Здорово, Каменный Петербург. Это Даня. Это Вова. Мы на фестивале «Каменная среда». Недавно закончили играть группа «Теневая культура». Очень крутая экспериментальная музыка. У меня сразу возник вопрос. «Каменный Петербург» и «Каменная среда». Вова Смородин. До этого особо не пересекались на общем вот этом поприще. Типа совместных концертов, там чего-то такого. Вот. И у нас формировались разные сцены, да, то есть у Каменного Петербурга какой-то металл, там, может, мазафака, вот, ну, иногда такое бывает, да. У Каменной Среды больше стоунер, экспериментальное музло, типа вашего, да, и так далее. Как ты относишься к тому, что вот эти вот две сцены объединились сегодня? Хорошо это или плохо для, ну, для этих сцен? Я думаю, что это просто замечательно, то, что у зрителя появился выбор, то, что он может послушать разную музыку, переключиться с одной волны на другую, вот. Потому что мы играем, ну, достаточно такую экспериментальную музыку, как бы. В принципе, она в себе заключает очень много жанров, которые я не буду перечислять. И вот этот контраст, он как раз-таки является, ну, показателем для этого фестиваля. То есть это стало фишкой фестиваля, я думаю, с недавних пор. Вот. А поскольку Вова играет в нашей группе басистом, вот, он очень хорошо понимает концепцию. Соответственно, мне очень нравится то, что получается. Мне кажется, все замечательно вписывается. Все замечательные ребята, классная энергетика. Да, действительно, это здорово. Я сегодня заметил некоторых людей, которые были просто, ну, ошарашены. То есть вот именно от этого контраста они такие просто в одном зале там наваливает металл, там прогрессив какой-то, да, заходят в другой, там нейрофанк там живой вообще какой-то, такие, блядь, чё? Блин, ну, это круто, это дорогого стоит, мне тоже, я очень рад, что это наконец-то получилось. Скажи, да, пожалуйста. Уровень, определенно. Да, да. Скажи, где вас еще можно услышать, кроме фестивалей вот роковых, то есть вы, может, играете на каких-то фестах электронных, там бывает такое? Ну, вообще, в принципе, да, летом мы ездим по фестивалям различным, то есть, допустим, от Систа до Тримурти, там Белый Шум, ну, всевозможные фестивали, опен-эйры, которые мы можем только достать, вот, и на которые мы можем попасть. В принципе, мы готовы выступать практически на любых площадках, наша музыка, она, ну, грубо говоря, включает в себя, как я уже говорил, очень много разных направлений. Это позволяет нам, в принципе, вписываться практически в любую концепцию. Вот. Также хотел сказать, что «Теневая культура» — это не просто группа, это целое сообщество, это культурное такое единение. У нас есть теневые художники, теневое кино. Вот. Также есть группа «Радиотехника», которая тоже является частью «Теневой культуры». Там мы играем уже чиллаут. Ну, это уже меньше подходит к сегодняшней концепции. Ну вот. То есть вы тоже делаете какие-то мероприятия, да? Ну, мы сформировались достаточно недавно, это произошло где-то в сентябре этого года, то есть мы, ну, довольно молодая группа, вот, и в будущем мы планируем, конечно же, делать тоже фестивали, которые будут называться «Теневая культура», вот. Это круто! Давайте, да. Давайте будем вместе на связи там. Все, да, и вообще огромное спасибо организаторам сегодняшней вечеринки, то есть очень здоровские впечатления. Спасибо Каменному Петербургу за поддержку информационную. Спасибо вам за интересную музыку, которую стоит поддерживать информационно. Спасибо. Скажи, пожалуйста, какие у вас планы по поводу релизов там, может быть, или там, может быть, какой-то видос от вас можно ждать? Да, это очень хороший вопрос, потому что, ну, я думаю, что до февраля мы запишем полностью альбом. Хотелось бы его выпустить примерно же, ну, до конца февраля. Вот, и с этого момента можно будет послушать нашу пластинку на всех ресурсах. Вот, и также мы приступим к, ну, к написанию уже нового материала, более прогрессивного. Вот, в принципе, наша музыка, она берет корни с глубокой древности и уходит как бы в далекое будущее. Вот. Вы можете лицезреть все это своими ушами. Я думаю, в феврале будет уже что-то. В общем, да, сегодня мы видели на сцене настоящих художников. Реально. Ни много, ни мало. Я надеюсь, что ребята будут только развиваться. Подписывайтесь на сообщество «Теневой культуры», на «Каменную среду», на «Каменный Петербург». До скорого. Спасибо.